Можно через... Ё-моё, не так, не через перелом правой ноги выбраться. Придется через другой вход. Поехали обратно! Парень, поехали обратно, а? Я больше не хочу в этой клайке находиться. На, этому на меня пофигу. Как пройти до библиотеки? Все, ладно, выбрались, короче говоря. Там еще лагерь небольшой. Надо в обход. Выбрались из зоны особого внимания, из запретной. Теперь можем направляться к маячку. Ну, неплохо. Я уже как-то слишком стар стал для этих стелс-игр. Слишком мне это все напрягать начинает. Надо будет опять сесть за Splinter Cell 1. Он, в принципе, у меня и вызвал любовь к стелс-играм. Как я думаю, у всех ПКшников, которые любят стелс-игры. Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Splinter Cell именно породил эту любовь. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. По-моему, это не река, а подмышка чья-то. И дам знать, когда будет пора. Осенняя пора. Тирити-та-ла-ла. Казнь — это все. Задание выполнено. Отлично, у нас повышается синхронизация на 25 баллов. Нет, не на 25, на 50 баллов. Полная синхронизация. Хорошо, отлично. Где наши лошади, а? Опять? Да ладно. Нельзя телепортнуться. Давайте попробуем. Может быть, можно телепортнуться. 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 Ха, нельзя телепортнуться. Господи, ё-моё. Олень, подвези. Я понимаю, почему ты не хочешь. Только попроси меня потом подвести тебя. Ой, да ладно. Может быть, все-таки проплывем. Я ж тут не особо горю желанием вот там вот в обход идти. Зима, холода, а нам все пофиг, мы моржи. Кобылу дайте мне. Где-то здесь что-то должно быть. О, кошки еще есть, тузик. Хорош. Загоняй их нафиг, твари всех этих. Где лошадь? Где лошадь? Без лошади я далеко не уйду. Здесь обязана быть лошадь. Здесь обязана быть лошадь. Я без лошади загнусь по этим сугробам скакать. Ну в этом лагере это точно должна быть лошадь. Это какие-то охотники, наверное. Шкуры тут медвежьи или волчьи, фиг поймешь. Лошадь! Лошарами кантары. Придется пешком. Какой прыжок через оленя. Он тоже типа паркурщик. Ну, можно по тропинке идти. Олень хоть как-то нам помог. Окей, проплывем и здесь, я думаю. Мы вроде почти дошли. Я так понимаю, что нам возвращаться в бар надо. Если я все правильно понял. Ты что-то не можешь с прыжка преодолеть это все. Ни одной лошади. Во, лошадь, наконец-то. И ты еле заметил, просто в последний момент повернул мышку. Парень, нога больная. Подвести.
Вот я облегчил тебе жизнь. Теперь тебе не нужно тащить ведро. Я избавил тебя от мучений. Я Иисус Перегар. Уважай меня, скотина. Текс. Ну, поскакали, поскакали. Опять речка. Патронов не осталось. Все патроны отстрелял. Да, все тот же бар. Что там, еще 20 солдатов прибавится? Я был бы не прочь. 5 месяцев спустя точно угадал, что долбанный осенью. Собой приют найдем в земле сырой. Браво! Ты хоть помыла щеку-то? Все еще такая же грязная. Вонючка, как ты посмела? Мой лагерь на севере. Иди туда. Господа. Марганцовка кончилась, я ухожу. Все уходят. Эти-то даже одежду сменили. Я все еще в этой кафтане своим долбанным. Штопанным. В котором по лесам наворачивал круги. Хожу. Теперь жарко, черт возьми. Да что-то не смахивает на то, что жарко, судя по туману. Туман при жаре не бывает. Это вообще дождик, а не туман. Уверяю, ну ладно. Скоро нам будет не до жары и мошкары. Нормальные болота. Что? Из-за бульдога? Ха, еще немного, и мы понаделаем в нем дыр. А где ваш парень? Смотри, кто эти доски вообще приделал к деревьям? Ну, ему пришлось вернуться в полк Брэдека. После нашей выходки бульдог вряд ли будет ему рад. Да он и не помнит, полгода прошло. Что я ни на что не годен. Он ловок со словами, особенно когда дело доходит до лести. Его примут с распростертыми объятиями. А у нас там будет друг. Именно. Если вы не недооценили потери. Текс. Тогда, надеюсь, Чарльз догадается вовремя удрать. Он умнее, чем кажется. Это все твои люди. Все кончится. Махну в Нью-Йорк. Мечтаю насладиться видами. Ладно, давайте послушаем, что она скажет. Отморозки. А ты не скучала? Развлекалась тут со скинхедами. Но все они желают избавиться от Брэддека. Максимум, чего они воины, это воины стопки. Делавар. И переходы метро. А ты? За кого ты сама? За себя. Что я должен делать? Проголосовать за меня. Научить остальных. Пойдем. Чему? Хлебать в баре? Людку буфетчицу лапать. Этому вас мой друг научит. Все в порядке, сэр? Просто ловлю мгновение. Многие удивляются, зачем мы рвемся на запад. В дикие, чужие, необжитые края. Они не всегда будут такими. Всегда. Потом там поселятся американцы и будут жрать хот-доги и жреть. А места останутся все такими же необузданными, только с кучей жирных американцев. Нужно больше земли. Французы это знают и стараются нам помешать. Они вторгаются в наши края, ставят форты, заключают союзы, чтобы потом затянуть петлю у нас на шее. Но этому не бывать. Мы разрубим ее и выставим их вон. Вот зачем мы едем. Предъявить ультиматум. Пусть уходят. Или умрут. Пора нанести удар. Стой.
Мало уничтожить экспедицию. Нельзя упустить и Брэдека, иначе он вернется. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Убейте ополченцев, избегая стычек, убито 0 из 2. А так зачистить лагерь разведчиков надо. Они впереди. Такс. Ополченцы сзади. Так мы не скоро доберемся до дерева. Я застрял в дереве. Надо было ехать вдоль реки. И не застали бы их врасплох. О, господи. Один разведчик, и они все узнают. И что потом? А точек-то всего две, простите. Я не хотел. Капитан Улитка. Да отбери ты у него оружие-то, мать его. У меня даже меча нету. Где мое лезвие? Я, ей-богу, застрял в дереве. Я даже не смог спрятаться в кустах. Ну, конечно. Какие второстепенные задачи? О чем вы? Если я не могу в кусте спрятаться. Ё-моё. Где моя... Как его там? Где мой клинок? Да прыгай ты! Не хочет, зараза. Тупая английская лошадь. Слишком манерная. Высокомерная. И можно уже было, наверное, набрать этих английских костюмов до конца жизни. В прошлый раз форт брали, почему не забрали эти костюмы дурацкие? Каждый раз приходится из-за них кого-нибудь втихую просто дубасить. Ну тут, конечно, эшелон, ничего не скажешь. Я сказал, что ты был рад служить. Генерал! Господи, я не могу вернуться на этой лошади. Так не... хватит крутиться-то! И сочувствие врагам. У меня нет... Калин. Все видится иначе, да? Берегись! Сэр! Куда же ты, Эдвард? Так куда же ты? У тебя там 200 человек солдат сзади стоят, 2 метра. Куда же ты действительно? Ты совсем тупой, Эдвард. Калин. Неплохо. Это неплохо. Ну, больше слоу-моушена. Еще больше слоу-моушена. У меня, кстати, 2 патрона. Я так и знал, что, блин. В один прекрасный момент придется действительно стрелять из пистолета, а у меня не будет патронов. Быстрее! Быстрее, моя Феррари! Быстрее, 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 быстрее! Ори как... Свинья, которую режут, но едь быстрее. Не думал, что ты трус, Эдвард. Что же ты? Какая дерзость. Я всегда знал, что она тебя погубит. Она погубит. Нет.